В 1991 году молодой тогда еще Абай Кубесов организовал секцию дзюдо в спорткомплексе Жасыбай. Воспитав не одно поколение известных дзюдоистов, Абай Магрупович ушел на заслуженный отдых. И сегодня 115 борцов дзюдо, мальчишки 2003-2004, а также 2005 и 2006 годов рождения, с разных регионов страны собрались в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы Жасыбай, чтобы побороться за призы ветерана спорта и кибастуза Абая Кубесова. Участие принимает Астана, Караганда, Семипалатинск, Павлодар, Экибастуз, Майкаин, Баянаул, город Аксу. Турнир был организован отделом физической культуры и спорта города Экибастуза, а также активное участие в организации открытого первенства приняли и воспитанники, некогда занимавшиеся у Абая Магруповича в секции дзюдо. Благодаря моим ученикам, это Нурпишеву Адлетка Ржанчу, Лоботькову Володе, ну там много, Рай, Амангельды, Койшибай, всем я благодарен, что они этот турнир организовали. Рауан, Жакупов, все вот и мои ученики организовали этот турнир в честь меня. Я, конечно, рад, что не забывают учить своего тренера. В общем, хочу поблагодарить им, пожелать им здоровья, счастья, чтобы всегда дзюдо развивался. Хотя чуть-чуть мы как бы позицию сдали по дзюдо, но есть шанс поднять ее на высший уровень. В этот торжественный день в зале собрались не только ученики заслуженного тренера и участники соревнований. Поздравить Абая Кубесова пришли также люди, просто неравнодушные к спорту, а именно к борьбе дзюдо. Много теплых слов было сказано в адрес ветерана спорта Экибастуза. Кроме учеников Абая Магруповича, приехали также соратники, с которыми тогда еще молодой тренер Абай начинал свою спортивную деятельность. Ну, по поводу... Я вообще приехал из города Омска. Я большой друг Абая Магруповича. Мы еще где-то больше 40 лет вместе начали заниматься именно. Ну, вообще, это для меня это большое уважение с его стороны и большое счастье, что я здесь присутствую. Это первое, значит. И хотел бы просто поблагодарить всех присутствующих именно, то, что такой праздник именно состоялся, в его честь именно. Просто это, знаете, такие люди, они бывают штучный, кажется, продукт, которые именно вот на протяжении столько лет пронесли вот эту вот любовь, уважение и, кажется, пристрастие к этому виду спорта, значит, и сохранили вот это вот все. Я считаю, это фанат спорта и жителям, и в частности вот именно всем родителям, и, кажется, вот эти все, кто живет в Экибастузе, очень повезло. Они счастливые люди, что у них есть такой человек именно все. Поэтому вот я еще раз выражаю свои слова благодарности. У нас он вообще очень популярный и пользуется большой известностью именно и у нас в городе Омске. Значит, я вот еще раз передаю слова благодарности и, значит, от Федерации Омска дзюдо, от Федерации Омска самбо. Значит, отлично всех спортсменов именно. По итогам турнира воспитанники детско-юношеской спортивной школы Жасыбай заняли следующие места. В весовой категории до 42 кг третье место завоевал Жумажан Даулбаев. В категории 46 кг третьим стал Алимжан Камалов. Серебро, соответственно, второе место в весовой категории 55 кг завоевал Алихан Ахатов. В категории до 46 кг среди участников турнира 2003-2004 годов рождения третье место занял Казбек Айтмагамбетов. И в категории 55 кг вторым стал Игорь Житких.